Сегодня наша страна отмечает День работника прокуратуры. В этой связи в РИО главы региона Сергей Меликов поздравил всех причастных к празднику. В своем обращении он отметил, российская прокуратура за свою почти трехвековую историю сформировалась как важнейший государственный институт, стоящий на страже законности и правопорядка, оберегающий правовые основы нашей страны. Благодаря профессионализму, мужеству, высоким личным качествам работников прокуратуры республика смогла выстоять в драматические периоды истории нашего края. Сегодня важно продолжать бескомпромиссную борьбу с коррупцией, уделять особое внимание вопросам соблюдения законности при использовании бюджетных средств, защиты прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, трудового законодательства. Реализовывать надзорные функции, в том числе за деятельностью органов власти. Ответ на нарушение закона должен быть незамедлительный и твердый.